Поздравляем с Днем Знаний! Пришли сюда мы, малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от школы? Я ожидаю, чтобы наши дети, выйдя в школу, хотя бы этот новый мир для них открыли, да, новые знания, новые друзей. И чтобы каждый новый день в этой школе для них был немножко сказкой. Сегодня особенный праздник в нашей школе – День знаний. Мы входим в классы ежедневно, родная парта, стул, тетрадь, английский, русский, рисование, смогли бы много рассказать. Мы с вами пели и читали, играя, выучили нас. Спасибо, школа. Уважаемые родители, педагоги, дорогие ребята, первоклассники, мультиклассники, пятиклассники, третьеклассники, я хочу поздравить вас сегодня с Днем Знаний. Пожелать вам, чтобы этот день стал первой ступенькой для достижения успеха в вашей жизни. Пусть ваши мечты и желания обязательно сбудутся. И этот 2024-2025 год будет максимально успешным, удачным, счастливым и плодотворным. Нашим первым учащимся первого класса будет интересно, я больше чем уверена, будет весело, будет занимательно, потому что у вас лучший учитель начальных классов Наталья Васильевна. Наши мамы, наши папы привели сегодня нас и волнуемся все вместе, мы за них, они за нас. Королева Наталья Валентиновна, я директор средней школы номер 19 города Витебска. От имени всех педагогов директорского корпуса города Витебска позвольте поздравить с Днем Знаний всех учащихся нашего лучшего, замечательного города Республики Беларусь. Пожелать в этот день счастья, успехов в учебе, интересных уроков. С первым днем учебы нового 2024-2025 учебного года. Посмотрите на меня, очень стильный парень, я в пиджаке с карманами, убедите сами вы. Кстати, отлично, я смогу опять учиться, мне не лень, 1 сентября буду я из школы каждый день.